Водометы и слезоточивый газ применили бельгийские стражи правопорядка против манифестантов, недовольных ковид-ограничениями. По данным полиции, в воскресенье на улице Брюсселя вышли порядка 35 тысяч человек. Протестующие осуждали в основном введение бельгийскими властями обязательного сертификата вакцинации против COVID-19, необходимого для посещения общественных мест, среди которых бары и рестораны. Протестовали против ковид-ограничений в центре Роттердама. В ходе пятничной манифестации, переросшей в беспорядки, был задержан 51 человек, половина из которых несовершеннолетние. Трое демонстрантов получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, стреляла местная полиция. Ведется расследование. Прежде чем полицейский вытащит оружие и выстрелит сначала в воздух, а затем прицелившись, должно произойти что-то действительно серьезное. Мои коллеги оказались в затруднительном положении, когда выйти из сложной ситуации можно, лишь использовав последнюю возможность. Не стало исключением и Гаага. Здесь за выходные были задержаны по меньшей мере 19 человек. 5 полицейских получили ранения при столкновении с манифестантами, бросавшими в стражи порядка камни и другие предметы.